Макияж глаз в стиле Сайра Найс. Кстати, он будет идеально для первого свидания. Начинаем оформлять лицо, как вы любите. Я сделаю акцент на скулах и добавлю красные румяна. Сначала подводим черным карандашом глаза. И уголок вытягиваем в стрелку. Черными тенями дублируем все, что нарисовали. И в конце проходимся по границе бежевыми тенями. И вот такой дерзкий макияж на первое свидание получился. Такие глазки он точно запомнит. Обязательно пробую, удачи!